«В единстве наша сила». Под таким названием сегодня состоялся концерт на главной площади Улан-Удэ. Приурочен он ко дню присоединения Крыма и Севастополя к России. Для горожан на сцене выступили различные творческие коллективы республики. Среди них народный артист Бурятии Мунхзул, Сасека Юшеева, Валико Гаспарян и многие другие. Мероприятие состоялось по инициативе ветеранских, женских и молодежных общественных организаций. Начался концерт с минуты молчания в память о погибших солдатах Бурятии. А завершил его флешмоб, который боевое братство устроило на площади. Он стал финалом автопробега по городу Улан-Удэ.